Здравствуйте. Благодаря организации «Афган» нашими общими усилиями был построен здесь спортзал в здании ТИРа для подрастающего поколения, для нашей молодежи, чтобы они приходили и занимались спортом и выросли защитниками нашего Отечества. Сильней, силу отыскав внутри, ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград. Будь сильней, и слово данное себе в огне битвы станет крепче во сто крат. И ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград. Наставника, чья жизнь является примером, помогут мне сойти с пути и стать первым. Твоя кровь, твой пот и твои слезы — вот фундамент для чего-то грандиозного. Упорный победит упрямого, ведь он мудрее. Помни об этом, и преграды все преодолеешь. Цель ясна, курс задан, сомнения за борт. Перчатки, грушек, а подруг, постой на лапах. Еще подход, без боли нет результата. Голос тренера подбодрит: давай, ребята. Подбородок ниже, на ногах быстрее, резче. Противнику напомнить надо, где почки и печь. Не залазь в угол, контролируй центр. Он руки опустил, тогда пользуйся моментом. Гул толпы, но голос рефери звучит звонко. Твой удар закончит бой или удар гонга. Будь сильней, силу отыскав внутри, ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград. Будь сильней, и слово дало я себе, в огне битвы станет крепче во сто крат. И ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград.
работать над собой, для младших быть примером. Чтобы уважали правила и знали меру, чтоб не теряли веру в Господа и свои силы. Чтобы видели, зачем мужчине нужна сила. Сначала отдавать себя, требовать после, расставлять приоритеты, думать о пользе. Побеждая в новой схватке, оставаться скромным. Сердце горячее, расчет холодный, пульс ровный. Сплетни, разговоры оставляй пустым людям. Ты здесь, чтобы делать, а не пускай судят. Кто перед собой, тот и перед Богом честен. Через техник звездам этот путь давно известен. Пусть тяжела дорога, в гору обходить не стоит. Сильный продолжит путь там, где слабак заноет. Укрепив тело и закалив душу, победив себя, ты сможешь быть лучшим. Будь сильней, все отыскав внутри. Ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград. Будь сильней, и слово дало есть себе. В огне битвы станет крепче во сто крат. И ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград. Когда силы на пределе и в глазах усталость, помни, до победы осталась лишь малость. Собрав волю в кулаки, ты все преодолеешь. Будь сильнее. Внутри ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград. Будь сильней, и слово дало есть себе. В огне битвы станет крепче во сто крат. И ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград. Будь сильней, все отыскав внутри. Ты поймешь, что нет ни рамок, ни преград. Будь сильней, и слово дано есть себе. В огне битвы станет крепче во сто крат.
Здравствуйте, еще раз. Вы видели наш спортзал, который мы своими руками построили. Но наши силы не безграничны. Увы, ни физически, ни морально, финансовая сторона вопроса. Вы видели у нас какие полы? Я обращаюсь к нашим бизнесменам, к состоятельным людям и просто людям, которым не безразлична судьба нашей молодежи, которая хочет заниматься спортом. Нам нужны деньги на покупку линолеума, чтобы постелить полы в этой второй половине зала. Если такие люди найдутся, мы будем искренне им благодарны. Я надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к нашей просьбе.